Наслаждаться весенней погодой, как уверяют синоптики, осталось недолго. К концу недели в страну придет холодный фронт и принесет с собой небольшой снег. Температура не превысит и 13 градусов. Тем временем в Западной Европе очистился воздух. Из-за карантина стали все промышленные гиганты региона. Париж, Милан и Мадрид теперь дышат свободно. А вот в Китае, который начинает медленно, но верно возвращаться к обычной жизни, выбросы вернулись к своим чрезвычайным показателям. В Тихом океане бушует циклон пятой категории. Скорость ветра достигает 235 км в час. В Вануату ввели режим ЧС. Стихия разрушила инфраструктуру. Жертвами уже стали 27 человек. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Днем столбики термометра покажут 21 с плюсом. Ночью воздух остынет до 6 градусов тепла. Кристина Риенс, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.